Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работаю. Отличная погода. В самый раз для работы в саду. Пока Грейс с детьми не вернулись, надо поработать как следует.
Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Не совсем. Я пытался, но ничего не вышло. Надо постараться, ведь чертежи нужно представить клиенту через месяц. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Эй, Итан, я же попросила достать тарелки. Я забыл, они в шкафу в гостиной, да? Да, сами они с места не тронулись.
Дверцы вечно заедает. Дерни как следует. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно. Меньше всего я хотел бы поссориться с твоей мамой. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Ну-ну, уйди. Дело не в проворот. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем, Итан. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Свободен, как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот ладно, придут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, нет, я первым. Тише, дети, оба успеете. Меня, я первым. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Цепляйся крепче. Ты
Дети, идите есть. Мы идем. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. Итан, приведи сюда Шона. Еда скоро остынет. Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Джейсон. 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 Джейс, лучше не отходи от меня, понимаешь? В магазине легко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. На, держи. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди. Подожди, папу, сынок. Народу очень много.
сдачи не надо. Столько народу, ботинки никак не померишь. Где Джесси? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Jason!
Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Ну, пап, ты заслоняешь телек. Прости. Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный, папа. Шон, пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Лучше их не откладывать, зато потом будешь полностью свободен. Так, бери свой портфель и занимайся на кухне. Пап, готово. Можно смотреть телек? Дай посмотрю. Неплохо. Все правильно. Свободен.
Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный. Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. Пап, зачем ты выключил? Я смотрю это шоу. Включи его, пап. Нет, на сегодня с тебя хватит телевизора. Ну, пап, ну, пожалуйста, еще чуть-чуть. Ладно, ладно, извини.
С новым тарифом доставка от Ситимобил. Может, ты хочешь поужинать? О, да, страшно хочу есть. Ладно, посмотрим, что можно съесть. Разогрею, позову. Иди есть, Шон. Еда готова. Я иду. Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Ты же сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Тебе надо выспаться. Ну, хорошо. Ложусь. Ты пойдешь со мной? Чисти зубы, надевай пижаму. Я приду.
Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, забыл его где-то в доме. Не знаешь, где он может быть? Не помню. Папа, я всегда с ним сплю. Хорошо, пойду посмотрю, может, он найдется. Идет? Спасибо, пап. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? Мне просто нужно время, Шон. И все у нас будет как прежде. Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. Спокойной ночи. Лорен Уинтер. Знаете ее? Это едва ли.
А, Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне.